Сегодня 19 января 2023 года, порт Ванино. Угольная пыль летит на лед, а вон он буксир, он его ломает. Вот после буксира белый след остается. Вот отправили буксир, чтобы ломал лед, чтобы не видно было эту угольную пыль, которая летит на поселок Ванино. Так вот порт загрязняет сам поселок, и дел никому нету. Люди здесь живут, дышат этой угольной пылью. Хоть кто-нибудь бы внимание обратил на это. По ночам грузят пароходы, днем не видно, что пароходы грузили, а по ночам грузят, и эта угольная пыль вся летит.